Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал Любимого Дмитрия, аллилуйя. Да, он даже CJ запел. У меня получился небольшой перерыв в видюшках, ну да ладно, ничего страшного, учитывая, что популярность канала никакущая, можно немножко иногда и пофилонить. Но дело не в том, я просто хожу на кое-какие курсы, и в общем, как выяснилось, не всегда удается сочетать и работу, и курсы, и запись видео. Времени, блин, не хватает. Ну ладно. Итак, в прошлый раз мы, собственно, что мы сделали? В прошлый раз мы, во-первых, закончили вот тут задание. Потом мы закончили это наш основной гараж. Ну как закончили? Не закончили, они еще появятся там какие-то дополнения. Вот, потом мы закончили Zero. Он где-то здесь у нас находится. Вот. У нас, собственно, пошли задания здесь. Это у нас Джизи. Джизи Би, по-моему. Дико противный. Черный афроамериканец, блин. Ну реально настолько противный человек, это капец. Ну, собственно, и вот в УЗИ появился. Ну, сейчас мы сначала разберемся с Джизи. Вот. Ой, что такое? Это еще что? Не понял. А, вот. Что-то мышка заглючила. Ну, ладно, бывает. Блин, ну хоть бы один мотоцикл приехал. А ну что ты будешь делать? Так, сейчас мы кое-что сделаем. Знаете, у меня в прошлый раз опять вылезло так это, частичное там правообладание роликом. Вот. Поэтому, наверное, радио я не буду включать. Или буду. Да, вот такой вот я меркантильный кью. Ладно, буду. Хрен с ним, пусть работает. Пусть поет. Сейчас соберем деньги. Так. Вспомнить еще где они. Где-то тут, по-моему. Блин. Кто помнит, где этот магазин нахуй? А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Тут у нас вечный, извечный наш мотоцикл. Который я, собственно, сейчас возьму. Правда, задание выполнять, естественно, не буду. Ой, ну отстань, а. А, так. Давайте мы сделаем вот так вот. Так. Что-то у нас с пушками вообще беда, я смотрю. Почему мне все время... Почему мне дают выполнять это задание, я не понимаю. Ну, бред какой-то. Спасибо. Так, мы едем к Джизи. Сейчас мы будем выполнять задание этого нехорошего, противного... Афроамериканца, блин. Тикун афроамериканец. Ой, извините. Чуть не задавил дяденьку. На самом деле, вот самое забавное вот с этими вот правами частичными, ну, то есть, когда вроде как видео там кому... Ну, то есть, какая-то музыка там кому-то принадлежит, и он... разрешает использовать, но что-то там монетизация, реклама, что-то такое там появляется, я не особо разбирался. С одной стороны, вроде коробит, да? Ну, типа, какого хрена? Вроде видео на моем канале, ну, не хочу я, чтобы тут кто-то что-то там делал. А с другой стороны, думаешь, а какого хрена? Просмотров все равно нет, подписчиков тоже пока нет. Может, и не появится, хотя, с другой стороны, почему бы и нет? Вот. Думаешь, пусть будет. И вот борется... О, давайте съедем на свидание. Я знаю, вам очень нравится смотреть, как я езжу на свидание. Так, что мы хотим? Понятно, мы хотим пожарить. Согласен, идея шикарная. Уи! Есть такое дело. Не то чтобы прям совсем маньяк, но... Не без этого, не без этого. В конце концов. В реальной жизни ты так не попрыгаешь на мотоцикле. Ну, попробовать, конечно, можно, но обычно это плохо заканчивается. Для непрофессионалов. Хотя, о чем это я? Для профессионалов это тоже периодически плохо заканчивается. К сожалению. Что не может не огорчать. Кстати, есть вот такая фишка. Да-да. Она машет ручкой.
что, давай поцелуемся, что ли? Ну да, ну. Не хочет. Ну и ладно. Ну и хрен-то с ней. Thank you, CJ, that was lovely. How rude. Чё? Whisk me home in your strong arms, CJ. Ой, как это? Стесняшечный поцелуйчик. Блин, третье свидание уже, ё-моё. По-моему, или второе. Блин, третье, второе, хрен знает. Ну, действительно, Ай. Не знаю почему, почему-то из вот из всех девушек, которые здесь вот в игре появляются, вот, ну действительно, к этому мне как-то. Может быть, дело в обстановке. То, что куда вот ее возить приходится, вот это вот побережье, набережная. Может быть. Опять же, приятный момент, что она одна из двух полезных здесь девушек. Ну, то есть, та девушка, которая тебя из больницы вытаскивает. Хрен поймешь. Слушайте, а может я скрытый этот? Японофил? Азиатофил, как правильно сказать. Блин. Хрен знает. Так живешь. Ну, аниме я смотрю, в принципе. Да-да-да. Вот, аниме я, в принципе, смотрю. Правда, редко. Не являюсь диким фанатом. Знаю парочку таких, но сам таковым не являюсь. Ой. Чё? Вы это тоже видите, да? Мне почему-то этот прыжок... Чё это было? Типа это мог быть уникальный прыжок, что ли? Эй, забавно. Ну ладно. Нет, ну правда. Неожиданно. Ну, мочку меня заберут сейчас. Гадалки не ходи. Now just listen to me, okay? Now it's very important that you listen to me. I ain't no weak child, amigo. What you think? What you and Mike think? I'm just a pretty face to y'all? Is that y'all game? Now this here is the dumb muscle that I was talking about. Carl T-Bone and in reverse. Sup? Orale ese. Don't mind him, we go way back. Hey, Holmes, don't be such a beachy liability. Liability? Liability for what? Now there's three of us and I'm getting 20%. What type of math is that? That's fool's math, player. You and Mike. I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Screwing me out of my 13%? You knew the deal. You agreed. Besides, we could have said 5%. And what would What? Cat got your tongue? You as bad at talking as he is at mathematics? Hey, you wanna make this shit personal, S.A.? Hello? Yeah. What? Man. Damn. Hey, man, I gotta bounce. Oh, no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, come with me. We gonna have to bust us a couple of melons up in here. Да, у Шакартлов в состоянии разобраться. We can't just go out there, T-Bone. It could be a DEA trap. Кстати, вот... Ой, а... В смысле? А, это не то задание. Блин, стоп! Фургон, попавший в засаду. Ой, блин! Это задание, где сейчас нужно будет, по-моему, за байкерами гоняться. Нет, это не то задание, которое я подумал. Тут будет одно задание, где этот... Ну, агент этот, не знаю, ЦРУ или кто он там, ФБР, чувак в костюме, где его надо будет искать, Майк Торрено, по-моему, и вот надо будет ездить по всему городу, типа по мобильнику определять, интересное задание такое, своеобразное, ну, как бы выделяющееся на фоне остальных, а вот здесь сейчас опять тупая погоня, блин, на мотоциклах, эти сволочи еще и разъезжаются в разные стороны. Единственное, что радует, по-моему, в этой миссии нет ограничения по времени. Вроде бы нет ограничения по времени. Хотя могу ошибаться. Ну и еще один, конечно, очень огромный плюс этой миссии. То, что тебе здесь, как сказать, дают возможность... Ну, вот сейчас вот они, да, вот они попрыгали. Значит, вот, мотоцикл. Видите? Давай. Ну, вот. Тебе дают мотоцикл. Сразу, сходу. Look out!
Так, это я удачно сейчас натворил делов. Слушайте, очень хорошо получилось. Правда, то, что они их подбирают, вот это было неожиданностью. Обычно у меня так не получалось. Ну, то есть, не бывало таких ситуаций, когда, ну, они как бы выживали. То есть, я их обычно просто сшибаю с мотоцикла и все. Стоять! Стой, раз ты. Стой, тебе говорят, блин, а. Ой, нифига себе. Пошел ты, блин, придурок. Не, мне тут, знаете... Ой, тоже... Я ж повернул. Ты чего? Странно. Ну ладно, фигня. Ладно, сейчас не упустить последнего. Очень интересна логика тех, кто создавал вот этот вот, ну, не знаю, как сказать, шаблон поведения для полицейских. То есть, давайте на секунду вот просто представим, да, ситуация. Вот ты коп, мент, неважно, да, сотрудник полиции. Вот ты идешь по улице, да, там, ну, патрулируешь, да. И вдруг у тебя на глазах какой-то здоровый дядя, в данном случае вот СиДжей, начинает палить ни много ни мало из автоматической пушки. Причем делает это, ну, то есть, делает это явно хорошо и, как говорится, с пониманием ситуации. Спасибо. Такси меня выручило. То есть, ты что, полезешь, что ли, туда? То есть, ладно, если это какой-то маньяк, который там по мирным жителям пуляет, но тут еще ладно. Но, блин, какой-то байкер, какая-то явная разборка. И ты типа такой, о, я супер Джеймс Бонд, я сейчас все тут порешаю. Бред. Не верю я в таких полицейских. Уж извините за мой цинизм. Слушайте-ка. Ой. А, да-да-да. Груз покидает Сан-Фьеро. Итак, ребят, как бы с учетом всех происходящих вещей в этой игре, я сейчас съезжу, сохранюсь сначала, а потом мы следующую миссию выполним. Вырезать я ничего не буду. Зачем? Ну, не знаю. Не нрав... Что ты делаешь? Вот. Лучше сохраниться, потому что потом перепроходить, ну, не знаю, в общем, не хочу. Вот, как я уже сказал, вырезать я ничего не буду. Пусть остается, в конце концов. Если вам так адово не нравится на все это смотреть, вы вполне можете чуть-чуть промотать вперед. Вот сейчас, кстати, заодно домик здесь купим. По-моему, денег у меня должно хватить. 30 тысяч, по-моему, 1020 стоит. Да, вот 20 тысяч. Нормуль. Опа. Красота. Маленькая такая симпатичная квартирка. Так, кто у нас? Вот этот. Все, пойдем. Вот, по-моему, сейчас как раз будет это... Ой, сказал на месте. Полевое. По-моему, сейчас будет эта миссия, связанная с Майком Тореном. Когда он будет говорить по телефону, типа, слышу то, слышу это. Прикольно, нет, правда, вот интересная миссия, именно вот выделяющаяся. Все-таки правильно, что иногда они заморачивались насчет подобных вещей. Ох, сейчас я... Ох, я не прав. Ох, я не прав, ребята. Разгон маленький. А нет, слушайте, смотрите, получилось. Нормуль. Ха-ха, хорошо. Неожиданно. Я был уверен, что сейчас улечу. Чёртовой бабушке. Ну, здравствуй, Джизи. T-Bone, pump your brakes, baby. Take a chill pill. And just lay back and let the red mist fall, brother. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, Holmes? Hey, partner. T-Bone, look. It's Carl. Now, he's a real hero out there. Say. See? We still good. What, are you Vato stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike, I've been trying to contact you. What? Oh, man, who are you? Okay, just keep talking. Hey, Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who is Mike? Man, they taking the yay shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck we gonna know where he's he is? He's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. All right, let's jet.
Вот это, конечно, очень притянутый за уши момент. Gotta make this quick. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Shit, that could be anywhere in this town. He can hear heavy machinery. Seagulls? Heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site in Georgia. Ну, поехали. Время, как видите, тут летит очень хорошо. Ой, тут. Ой, я неправильно поехал. Так уйди ты, а! Дело, блин. Вот это, конечно, очень большой косяк этой игры. Эти вот, то, что... Ну, про батарейку. На старых телефонах... Я не знаю, по крайней мере, вот тот кирпич, который у него в руках был, у меня в свое время одним из первых телефонов был что-то подобное. Ну, помните, в «Матрице» еще такие были. Вот, и я могу сказать, что батарейка там держала гораздо лучше, чем на современных. Ни о каких там 5 минутах, ты чё? Конечно, может быть, я себе такой приобрел, но я тогда не помню, чтобы я как-то сильно заморачивался. Тогда просто купить мобильник, это было уже что-то, вау. Так, плохие новости. Майка тут нет. He says he can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Freight? Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Basin. Вообще, конечно, меня вот еще в этом моменте, вот этой миссии, кое-что поражает. Именно то, что вот эти двое поехали разбираться. Ну, то есть, а что? Вроде... Ну, организация какая-то большая, да? Что, людей нет, что ли? Охраны там, еще кого-то. Что, они втроем это все мутят? Ну... He says they stopped, then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the dock, but they do at the airport's freight depot. To the airport, rápido! Вот, то есть, ну понятно, конечно, для чего это сделано, чтобы было чем заняться СиДжею, но все-таки могли бы как-то это, ну, разнообразить количество помощников. Хотя, с другой стороны, это уж я так придираюсь. Игрушка великолепна. Кто бы что ни говорил. Точнее, даже не так. Точнее, не так. Кому-то эта игра нравится, кому-то нет. Это нормально. Вот и все. Я от нее в восторге. В свое время я поиграл в третью, потом играл в Vice City, потом был GTA, и GTA San Andreas для меня так и осталось одной из самых лучших. Ну, как-то так. Tag? What the hell is a tag? After that last bit of trouble, Mike hit the transponder in the wipe. We was gonna follow it to the gang, but something must have fucked up. And now we gotta use it to find the van and rescue. Да хорош объяснять, мы сейчас приедем. Closer we get, the stronger the signal. А, вон они. Shit, there they are! Yeah, козлы. О, блядь. А вот тут я ошибся. Бум. Блин. Слушайте, я тупо забыл. Я почему-то... У меня... Я забыл, Майк же там внутри... Ёлка ломаная. Надо же было это... Таранить ее, чтобы они вылезли. Тут ты, блин. Тут... Опять... затрындился. Ну ладно. Ну, зато вот трюк уникальный тогда удалось выполнить. Блин. Блин, даже не знаю, мне почему-то показалось, что надо сейчас ее расстрелять. Уже. Ну. Ой. Ну, в целом, можно считать, что даже получилось что-то. Ух ты. Да блин. В общем, там радуга. Я пытался на радугу навестись. Ну, ролик уже не смотрим. Mike doesn't got much time on his battery left. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Смешно.
Shit, that could be anywhere in this town. Please die. He can hear heavy machinery. Legal. Heavy machinery? What is that, a building site or landfill or something? There's a building site door. Их надо таранить. Вот. Вот это я сейчас просто вспомнил, что не надо их атаковать. Их надо таранить. Блин. И вот тут уже начинаешь вспоминать плюсы четвертой, ну и так далее, частей. Возможность, так сказать, прибить противника очень красиво через любое стекло. Не обязательно спереди. Кстати, вот этой машинке тоже все довольно неплохо, за одним исключением. Она какая-то слишком легкая. Ну, то есть, любое врезание для нее это как резиновый мяч в угол какого-нибудь дома. Отшвыривает, ее просто крутится как ненормально. Тише, тише, тише! Ты чё? Хватит! Да ты чё? О, это было опасно. А, вот так вот, да? То есть, как бы я вообще тут ни при чем был. И вы на меня переключились. Прикольно. Ой, и не туда. А. Да хватит, блин, а! Похвалил машину, называется. Что носить как ненормально. Хватит, хватит! Капец. Эта машина, в принципе, не может ехать. Да заткнись ты, а! Майк то, Майк, все, я уж понял. Нет, да ты что, да ты капец, да как, ну! Хватит! Капец, это что такое, блин? Фу. Ты что, я не доеду, похоже, блин. Так, направо. Да хватит, блин, а! Так, нам налево. Налево. Мы яростно приближаемся. Налево. Еще левее. Они на взлетке, похоже. Да, они на взлетке. Нормально. Мотоциклист даже, как говорится, не особо пострадал. Это не тут же колесо пробили. Слушай, ты придурок, хватит стрелять, а? Так, я что-то не понимаю, что надо делать-то, блин? Спасибо, Тибоун, ты наконец-то вмешался, блин. Мудак. Реально толстозадый. Hey man, come on, hurry up. Я вот толстожопом лучше назвал. It's about time, T-Bone. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, Weddle. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, Weddle, we ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of hey, here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Ой-ой-ой. Какие тут все крутые, блин. Каждый один круче другого, блин. Не знаешь... Ребят, ну вы серьезно? Так это делается. Все. Ну теперь поехали. Да, поехали, поехали. Это самолеты... Самое забавное, что самолеты, по-моему, сейчас не открываются.
И вот, кстати, вот еще один плюс. Обратите внимание, у меня было две скобочки, да, ну, две звездочки. Сейчас одна. Знаете, в чем прикол? То, что полицейские не смогли до меня сразу добраться. Их тут нет. Они не могут здесь появиться. И мне, соответственно, просто снимают. Вот сейчас скобочка тоже уйдет достаточно быстро. Один из плюсов этой игры, вот именно этой части, заключается вот в таком, ну, скажем так, разумном подходе. То есть, если ты где-то, пардон, в ебенях, где до тебя так просто не добраться, то есть полиция как бы сразу рядом не оказывается, то она особо и не будет заморачиваться по этому поводу. Тебя просто будут снимать звезды, потому что, ну что, удрал, все, до свидания. То есть, знаете, на самом деле это правильно, потому что, во-первых, тебя освобождает от ряда проблем. Ну, тебе не нужно в тех же ебенях искать эту несчастную звездочку, которой там просто нет. Стрелять будем. Так. По-моему, за мной там мотоциклисты должны были выехать или что-то в этом роде, но мне насрать. Сейчас. Ничего сложного в том, что... Опа, три звезды. Так, стоп. Что-то я ошибся. Это... Хм. Хм. Что-то я не понял. У меня по воспоминаниям, что за мной сейчас должны были... Кто-то там должен был гнаться. А мне просто тупо звездочек накидали. Не то, чтобы меня это как-то сильно беспокоило. Вообще насрать, на самом деле. Чувак, уйди, пожалуйста. Вот ты чё, а? Называется, кто ты такой, блин? Ты кто такой? Давай, до свидания. Если кто-то помнит еще этот древний, как говно мамонта мем. Ой, хоть бы в черный перекрасили, что ли. Черный лимузин тоже красиво смотрится. Кстати, самое смешное. Если я сейчас заеду... Вот тут вот есть, если видите, справа, ну, тюнинг. What? Hey, get off! Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? All right, I've seen enough here. Hey, with the dub in there, better still be there when I check. Shut the fuck up. Так вот, если заехать в тюнинг и перекрасить машину в какой-нибудь другой цвет, кроме белого, видите, вот там внизу у него полоса есть. Ну вот, то есть идет вот бортовая вот эта вот хромированная хрень, и под ней полоска. Вот эта полоска такая останется белой. То есть перекрашивать машину нет никакого смысла. Всегда одна часть остается белой. Так обидно, честно говоря. Да, мы не ищем легких путей. Так, сейчас, наверное, пройдем еще одну миссию от них. И все на это. Что-то... Да, все, хватит. То что-то ролики какие-то слишком длинные получаются. Очень долго с ними возиться. Слишком долго они рендерятся и все такое прочее. Okay, Carl Johnson. You did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. Вот. Как видите, у меня только что закончились миссии от нашего жизни. Прям прожужжать хочется это. Вот это пульс. Серьезно? Где отсюда? Ты что-то не понял, что ли? Товарищ. Я не то чтобы ненавистник таксистов, у меня среди них друзья есть, но, блин, конкретно этот раздражает. Еще одно свидание. Я знаю, вы меня уже ненавидите. Ну, наглая морда, смотрите, она сзади села. Сейчас сгоняем на свиданку и потом поедем выполнять задание в УЗИ. Потому что, ну, я все-таки стараюсь выполнять эти задачи, так сказать, по мере поступления. То есть, по, как сказать,
По очередности поступления. Вот. Поехали давай, Imagine. Кстати, вот забавный момент. Когда ты везешь, неважно, любую из этих девушек куда-нибудь, они могут сесть на переднее сиденье, на заднее, ну то есть как бы там рандомный вариант. Спереди, сзади, слева, справа. Вот. Но, когда ты везешь ее обратно, она всегда садится рядом. Неважно, как стоит машина, она всегда садится рядом. Это очень интересно, это так случайно получилось или не специально это сделали? Опа. Так. Ну, естественно, сейчас нам тоже ничего не обломится. I'll see you soon, yeah? See you soon, I hope. I hope. Сказал, я надеюсь. Чего? Жир тела увеличен? Серьезно? Кто помнит, когда у меня CG жрал последний раз? Чего жир-то увеличился? Ох ты ж. Ой. Как все плохо. Ну, знаете, раз я слегка увеличил жир, надо пойти в этот спортзал и быстренько его там сбросить. Давай, лимузинчик, ты сможешь, я в тебя верю. Так, кто помнит, где спортзал? А. Да, вот эта тема про жир была, мягко говоря, неожиданной. Ты же серьезно? Что-то я так это поправился. Не, нафиг, не хочу. Так, давайте этому козлу морду набьем. Хочу. Победа. Would you like to spar with your master? You sit back down and run away. Как вариант? Нормуль. Ну, сейчас нас ждет несколько минут занимательного кручения педали от СиДжея. Слушай, что-то да, полнота набралась. Похоже, тут... Блин, я забыл. Похоже, здесь все-таки еще, так сказать, в... Как бы это сказать? В плюс к еде идет отдых. То есть, если ты играешь долго... Тогда там начинается, как бы, поел, сбросил, то есть, а получается, если ты поел, но при этом не дошел до состояния, когда уже начинаешь терять эту полноту и пошел отдыхать, то, видимо, там обнуляется этот счетчик, и ты, типа, опять сытый после того, как отдохнул. Ну, как-то так, потому что, а как иначе объяснить? Когда у меня последний раз CG хомячил? Я даже не помню. Слушай, серьезно. Несколько серий, пару серий назад, точно. Ну, то есть, как бы, время прошло. Весь жир мы, конечно же, сбрасывать не будем. Ибо зачем? Чуть-чуть сейчас поскидываем.
Нет, на самом деле сброс веса тут имеет еще одну функцию. Ну, то есть вы видели, да, когда там написали, что жир тела увеличен, там сразу появляются просадки по характеристикам. То есть меньше бегаешь, ну, уменьшается, грубо говоря, возможности выносливости. Правда, кроме как меньше бегаешь, я что-то особо ничего не помню. Там, может, как-то медленнее плаваешь, ну, не знаю. Вообще, конечно, растолстевший Си-Джей выглядит здесь очень забавно, но не так колоритно, как тот же Биг Смоук, например. Вот что интересно. Я когда увидел Биг Смоук первый раз, я думал, блин, Си-Джей растолстеет, он же таким же забавным пончиком будет выглядеть. Специально растолстел его? Нет. У него какая-то странная толщина получается. То есть как-то... Какая-то немножко женственная, я бы даже сказал. Ну, фигня, в общем. Бессмысленная она получается. Вот это правильный, самый правильный вариант. Ну ладно, все, хорош. Так, о, нормуль. Чутка подкожного жира. Еще никому не вредило. Не вредило. Здорово, ребят. Идите нахер, я с вашим боссом хороший друг. Ну что, поехали к Вузе. О, на автомате Radio X ставится. Вот там сзади и справа был бар, в который мы бы ездили со второй женщиной, автолюбительницей, если бы я был достаточно толстым для нее. Но я не такой. И значит, туда мы можем ездить только по собственной доброй воле. А оно мне, простите, в хрен не уперлось. Ох, красиво. Ну, прям красиво получилось, я вам скажу. Так. А, тачку сохранить не получится. Пойдем выполним одно задание. We're closed, Puckeye. Easy, man. I'm here to see Woozy. Oh. Upstairs. Stupid ass motherfucker. Да уж. Си-Джей излишней вежливости не страдает. I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. Только не на него, а с ним. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. I keep that mom. Good. Да уж, вот это действительно интересный момент. Очень классный. Вот этот слепой Вузи. Так, колоритный персонаж получается. Знаете, хотел бы я эту игру увидеть отреставрированной на современном каком-то движке. Сейчас же вроде популярна эта тема. Let me reintroduce myself. Не мог не проверить. I am the boss of the Mountain Plowboys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Daidailo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to unnecessary violence. Да-да. All right, I'll ride with you. Это будет самая мирная, мать его, за ногу миссия. Действительно, никакой крови. Ой, блин, Вузи, Вузи. Need a ride. Mine's getting some body with that. О, тачка на месте. Это хорошо. Ух ты. Вот, кстати, рядом с Вузи такие вот заезды байкеров частенько бывают, я имею в виду, вот именно здесь. Нормально, да, такой дяденька с калашом стоит. This is a place.
Come on, it's this way. Давай-давай. Пойдем. Блин, винтовки мало. Да купить now, надо будет. Now, where's that loose cop? Hey, what the hell are you doing? Just checking the, you know, just shut up, Carl. This way. Hey, what's with all these people? Where they going? Don't touch me. Something isn't right here. We should be careful. Follow me. Здравствуй, подружка Вузи. Мы тебя помним. Мы тебя видели в мультиках. Ну, в этих, в заставочных. Вузи, стой! Я уж думал, он сейчас стенку пробьет. Или в тайный ход зайдет. Need a hand? No, no. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Он так забавно стесняется своей слепоты, я даже не знаю, как это обозвать. Ah, we're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Я не представляю, как это вообще работает. Вообще сложно представить, как живут слепые люди. У меня, правда, смог, конечно, зрение не самое лучшее. Man. Woozy. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Die low. Forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again! Очень странно, что они опять приехали. То есть они что, сидели, ждали, кто приедет, что ли? Ну хотя да, логично. Если им нужно было вытащить главного, ну кто там, как называть, Дайло. Вот обожаю этот момент. Взрывающиеся машины из-за бензобака. Это так прикольно, а? Здрасте. Вузи. Вот так. И второй. Вот это красиво. Блин, вот то, что тут горит, конечно, все. Welcome to America. Готов. Так, а это что переживаю? Я же этот огнеустойчивый. Блин, точно. Блин, с них даже собирать нечего. Пушки отвратительные. А эта снайперская винтовка мне нахрен сейчас не нужна. Да она вообще по большому счету нахрен не нужна. Мочи их, СиДжей. С танком по песочнице. Ну поехали. А, у вас тут двое, да? Thanks, man. Appreciate that. Минус один. Минус второй. Щенки. Ну да, ну да. Так, поехали, сохранимся. Я, наверное, знаете, сейчас дойду до миссии, где СиДжею нужно будет дышать под водой. Скорее всего, да, до нее доползу сейчас. И на этом мы остановимся. Сам ты, move it. I like to. Move it, блин. Так, 22, 20. Да, пешком дойдем, тут недалеко. Правда, у меня с патронами немножко проблема. По-хорошему бы за ними съездить. 400. Конечно, не так мало, но, блин... В реалиях этой игры не так уж и много. О, Ранфали. По-моему, это забавное задание. Вечный варчун. Hey, Boozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu. Ранфали.
He heads the Red Gecko Tong on the West Coast. How you doing? Ah Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Ой, блин. Кстати, интересный момент. Я всегда думал, что вот, ну, здесь диалог выстроен таким образом, то есть в зависимости от того, как CJ выглядит. И как-то раз специально, ну, подогнал. Так, стоп, возьми машину. Ну да, где машина там стоит. Давайте возьмем эту. Как-то раз специально подогнал, значит, CJ сюда. Ну, похудел им. Вот. Потом потолстел. Нет, он все время говорит вот эту фразу. Парень гора. Ну, то есть я не знаю почему. Хотя вроде бы я слышал такое, что на самом деле действительно в зависимости от, комплекции CJ он говорит разные вещи, но вот здесь почему-то этого не было. Ну, не знаю. Сейчас я этот эксперимент ставить не буду. Я тогда помню очень долго, пардон за мой французский, мудохался, чтобы... Ну, то есть разжиреть-то ладно, хрен с ним. А вот всю мускулатуру потерять, это, знаете, требует достаточно много времени. А с паролями это не спортивно. Так. Сейчас меня попытаются угробить. И несмотря на мое очень хорошее отношение вот конкретно к этой машине, она и так будет задействована в одной из миссий этого самого Ран Фали. Вот. Поэтому сейчас я хочу поездить на чем-нибудь более веселом. Так, почему мне... Кстати, да, кнопкой V можно менять вид. Ближе, совсем близко. Вид от первого лица. Ребенок Супермена вышел на улицу. И вот такой вот совсем извращенный вариант, в котором надо тренироваться ездить. Но сейчас мы не будем так изгаляться. А, нет, слушайте-ка, я ошибся. Это не та миссия. Не совсем та миссия, точнее. Сейчас тут будет немножко такая нудная, скучноватая миссия, где... Надо будет просто выбраться из, так сказать, ловушки. По-другому не скажешь, нужно действительно так сказать ловушка. А, блин, так тут еще и тачку. Ай, господи. Черт, нужно было не менять вообще. Зря только цапнул хорошую машинку. Так, давайте ее тут где-нибудь припаркуем. Она стоит того, чтобы ради нее так подзаморочиться. Она очень хорошая. Сейчас мы ее красиво запаркуем. Так вот. Сейчас. Вот так вот. Во! Все. Красота. Как будто так и должно быть. Вообще, конечно, очень странно. То есть, смотрите, пакет в машине. Если этим Данангам. То есть им вообще кто был нужен? Что они ждали? То есть чего они ждали? Хороший вопрос. То есть, смотрите, в машине, вот в этой машине есть некий пакет, да? Который, видимо, стоит каких-то денег. Или еще что-то, да? То есть он, ну, скажем так, лежать. Вот. Он, видимо, им зачем-то нужен. И они ждали, что, курьера, который вывезет... Дай проехать, жопа с ручкой, блин. Да, 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 ты очень страшно. Буду я с тобой тут воевать. Делать мне больше нечего. Схерали.
АК. Вот и все. В принципе, тут можно выйти и спокойно их всех перестрелять. А можно просто уехать. Ну вот единственное, что вот здесь сейчас вот выскочит эти оголтелые, блин, велосипедисты. Обязательно. Час. Шнурки только поглажу и остановлюсь. Собственно, вот и все. Я от них уехал. Если кто-то думает, что они меня сейчас смогут преследовать, поверьте, нет, не смогут. Хотя, знаете, прибить их имеет смысл. Подожду-ка я их сейчас спокойно машину починю. Ну, если они приедут, прибью засранцев. Вон они упрямо. Заметьте, эти ребята довольно-таки упрямы. Попытки меня так... Нет, слушайте, они честно пытаются. Ой, тут их еще больше. Ай, ладно, фиг с ним. По-моему, за сбивание этих летчиков донанговских ничего нам не дается. Здрасте. Там поехал. То есть за то, что я их всех буду тут сшибать с дороги, по-моему, я ничего получать не буду, поэтому какого-то профита, смысл заморачиваться. А, тут куча и машин. Иди нахрен. Ну, вообще, конечно, эти донанги так себе планировщики. Если им был нужен пакет, надо было доставать пакет. Если им нужен был курьер, то одного снайпера бы за глаза хватило. А так вообще непонятно. И пакет упустили, и курьера не взяли. Называется. Чё хотели-то? Вон моё едет, моё едет. Спасибо, милая. Я тебя обожаю. Тут, кстати, наверху есть очень крутой мотоцикл. Давайте-ка за ним заедем. Или... Не, хрен с ним, не хочу. Этот очень крутой мотоцикл, он жутко быстрый и абсолютно неуправляемый. Так что... Болт с ним. Так. Я все-таки хочу выполнить то задание, где... Да, точнее не так. Я хочу дойти до задания, где СиДжею скажут, что ему нужно научиться плавать. Тогда следующее задание, следующее, точнее, видео я спокойно делаю техническим. Там, где СиДжей будет рассекать водную гладь без остановки. А я в это время буду травить анекдоты. Или еще какую-нибудь хрень нести. Приманка. Так. О, это, кстати, тоже веселое весьма задание. Весьма веселое. Нет, все нормально. Я думал, опять подвисло. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Why don't you cruise on out of here, lead them to a place quiet, and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Очень веселая миссия, честно скажу. Это одна из моих любимых миссий здесь, к которой у меня нет никаких претензий, ну серьезно. То есть, почему-то вот, блин, серьезно, вот в этой игре, вот, серьезно, смотрите, азиаты вообще никаких нареканий не вызывают. Ну смотрите, сначала, кто у меня любимая здесь девушка? Азиатка. Чьи миссии у меня практически не вызывают никаких, так сказать,
пукана бомбящих эмоций. Азиаты. Блин, что ты... Давайте, тюнинганем эту красавицу. Сколько деньги, насколько нам деньги это позволит. Ну как же, а как без тюнинга? Да, сюда, тут черная, тут и тут черная, вот. Ну пусть будет мохнатый, что бы это ни значило. Сдернутая, пусть будет сдернутая. Огни. Круглые, квадратные. Видите, мне больше вот квадратные нравятся, как-то они... Азот. А, пусть будет. Крыша. Пусть будет. Спойлер. Хрень. Хрень. Ой. Нет, спойлер не хочу. Вот, честно скажу, вот на таких именно машинах, вот таких вот, как его, джипах, как, не знаю, как их обозвать. Или паста. Чёрт, пусть будет этот спойлер. Профи паста, самый дорогой. Хрен с ним, пусть будет. Ну прям вообще, вообще. Красота. Красотища. Так, к вам ехать-то надо. А надо нам наше любимое место, да? Так это мне направо. Слушайте-ка. Это мне совсем-совсем направо. Немножко странную они машину выбрали. То есть, видишь, Карл что сказал? Пока они будут думать, что этот Ран Фали у него за спиной. Так машина двухдверная, а сзади багажник. Что-то реально, по-моему, там беда с переводом. Ну да хер с ним. Несущественно. Серьезно, несущественно. Все хрень. В конце концов, сейчас ничего сложного нет в том, чтобы изучить английский язык или скачать субтитры любого качества. Но я не хочу. Уж больно мне нравится кривой стиль данной конкретной версии. Так, поехали. Кстати, еще один забавный факт, связанный с конкретной вот этой миссией. В игре, как вы знаете, наверняка есть пароль. По-моему, он как-то Хисаям, не помню, как там правильно. Ну, что-то такое. Суть пароля в следующем. Ты получаешь полную, значит, жизни, восстановление брони и до кучи... Блин, 200... Блин, не помню, какую-то... То ли 200 тысяч, то ли 250, то ли 300. Ну, что-то такое, очень такая нехилая сумма. То есть... По-моему, 200 тысяч. Ну, ладно, я правда не помню. 250. Четверть миллиона. Да, правильно, четверть миллиона. 250, да, 250 тысяч. Вот сейчас вспомнил. Четверть миллиона. Вот. Проще так запоминать. Вот, то есть 250 тысяч. Ну, представляете, да? То есть как очень легко определить читера в этой игре. Ну, блин, знаете, сколько раз тебе придется ввести этот Хисаем, если ты не любишь гонять за бронежилетом. Никуда не хочешь за ним ездить. Вот. То есть очень быстро наберется у тебя там сумма в несколько сотен миллионов. Вот. И, так вот, до кучи этот пароль еще ремонтирует машины. То есть, когда ты его вводишь, у тебя машина мгновенно приходит, так сказать, в состояние 100%, вне зависимости от того, какой она была. То есть, если она даже загорелась, можешь быстро вбить этот пароль, и машинка восстановится. Так вот, если на вот этой машине ввести пароль, у тебя отвалится, она восстановится, но дверь отвалится. А именно так определяется, если у тебя там этот мистер Вран Фали с тобой. Ну, то есть, типа, тебе не должны сбить двери. Это так забавно. Если ввести этот пароль, двери просто, знаете, так это пинг, отскочит от тебя. Ребят, ну и что это? Что это за вялое сопровождение? Ой, да, уйти, батюшка. Не собирался я ее покидать. Вот надо было... сразу газануть. Я стоял. Кстати, я забыл, как действует здесь этот окись азота. Ее включаешь, и она работает. Я почему-то уже
Слушайте, я вдруг понял, какую следующую игру я буду проходить, когда закончу одну из двух. У меня сейчас метро. Ну нет, метро, когда я закончу, я буду метро этот Last Light проходить. А вот когда GTA закончу, блин. Короче, Need for Speed Underground тоже будет пройден на камеру. Почему бы и нет? Я так давно в него не играл, так по нему соскучился. Причем по старым андеграундам. По первому, по второму. Кто там следующий? Забыл. Ну, неважно. Короче, по тем древним андеграундам. Точно. Так, мне куда? Эй, ну ты чё, ну... Блин, ну это ж не гонки, а? Ну чё за хрень? Нафига так делать? Да, ребят, догоните меня, флаг в руки. На своей тарантайке. Щенки, блин. Нет, серьезно, это миссия, это издевательство просто. Во-первых, твоя машина, которую тебе дают, ну, как бы, согласитесь, она немножко не гоночная. И все, что тебе нужно, это уходить. При этом эта тачка, она ведь отлично держит, ну, это отличный внедорожник на самом деле. Он очень, вот конкретно эта машина, даже на больших скоростях, очень хорошо держит себя именно по бездорожью, на всяких там пригорках и так далее. Ну, то есть там, где другую машину там занесет, крутанет, вообще перевернет, чертовой матери. Ну, увидели, да? Что она это крутила, она достаточно спокойно встает на 4 колеса. В первую очередь на 4 колеса. То есть у нее нет привычки заваливаться на крышу и все. Вот. И все, что тебе нужно, это уходить от ребят, которые в свою очередь преследуют тебя на самых лучших байках. Самых лучших в смысле для бездорожья. Честно скажу, они отвратные водители. Вот, ну, по-другому их никак не назовешь. Как можно было на этих мотоциклах не догнать эту машину? Mr. Johnson, it's Guppy, are you okay? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfire Lee, get out all right? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's Decoy! Back to Chinatown! Вежливо. То есть они даже не попытались прибить СиДжея, я хочу сказать, в отместку. Ну, не знаю, не знаю. Как-то это очень мило с их стороны. Ну и потом, а типа так не видно, да? Ну, не знаю, в общем, как-то, ладно. Миссия очень смешная, очень ненапряжная, очень... Точнее, не так, провалить ее можно. Провалить ее, ну, как и любую миссию, на самом деле, в этой игре. И эту можно, провалить, был, как говорится, было бы желание. Вот. Но миссия, как я уже сказал, очень забавная. Ну, что ты делаешь, а? Мудак, блин. Кстати, еще очень смешно ставить гидравлику на эту машину. Обратите внимание, она не так сильно приподнимается. И еще один важный момент. Когда вы ставите гидравлику практически на любую другую тачку, да, она очень сильно проседает вниз. Вот этот внедорожник и еще несколько подобных ему в этой игре, они не проседают. То есть у них остается колеса на том же уровне, но при этом есть возможность слегка их приподнять. И честно вам скажу, иногда это бывает нужно. Ну, бывали случаи, когда мне возможность вот так вот приподнять колеса, идиот, блин. Сильно не то чтобы спасала жизнь, но, в общем, позволяла вытащить свою тачку из какой-нибудь неудобной ситуации. Так. Слушайте, а давайте-ка этого монстра сохраню сейчас в этом... в нашем гараже основном, а? Что-то подумал. Хорошая машина. Тюнингованная к тому же. Чего бы нет. Так. Куда меня несет, блин, а? Это за дворками еду. Пойду ее сохраню действительно. О, стоп. Может мне 36 тысяч. Сейчас глянем. Я хочу посмотреть, сколько тут. А, нет, не здесь. Тут есть вот одна квартирка. Вот здесь вот. Да, вот она. Сколько она стоит? 40. Блин. Дорого. Черт, ну реально дорого. Читерить неохота, а читерить не хочется. Артманить, в общем-то, тоже. Ладно, я, может быть... Слушайте, я, наверное, в техническом видео, когда буду этому Карлу набирать дыхалку, я до кучи еще и пожарку покатаю еще разок. Именно по этому городу, чтобы денег слегка насобирать. Ну,
во-первых, патроны, они уже медленно, но верно, скажем так, все-таки конча... Хотя, стоп! Блин, тут же будет миссия, где у меня отнимут все оружие. Да, тем более деньги нужны. И вот так. Ниха... Черт. О! Бывшая позвонила. Какая прелесть. Так. Ну все, вот сейчас, по-моему, будет миссия, где мне скажут, типа, что у вас недостаточно дыхалки на прохождение. Кстати, очень правильный подход, потому что... Ну нет. Очень правильный подход, именно потому что, ну действительно, если бы тут принимали, то ты заколебался ее проходить. С другой стороны, мне вот очень интересно, я никогда не уточнял, а какой тут, как бы это сказать, ну предел этой дыхалки, что ли? То есть, какой уровень нужно поднять дыхание? Я всегда до максимума качаю. А сколько нужно, так сказать, чтобы начать эту миссию? Никогда не проверял. Обычно я прокачиваю до максимума. Потому что, ну, во-первых, пригодится. А во-вторых, честно скажу, даже на максимуме не так легко пройти там эти нырятельные миссии. Так, сейчас мы сохранимся, во-первых. Это важно. А то в прошлый раз, когда приманка так долго подгружалась, я, честно говоря, немножко испугался, потому что у меня уже было пару раз, что эта игра выдавала фортели. И ни с того ни с сего во время загрузки миссии просто, ну, вылетало. Не хочу повторения. Поэтому на всякий случай лучше сохраниться. Так. Вот, да, вот это вот. Окей. Все, пойдемте. Сейчас нам официально скажут, что мы к данной миссии не пригодны. Блин, ой, автоматов-то, ёкаламане. Ага, и один только выпал. Капец. Ну ладно, с другой стороны. Вот так можно добывать автоматы здесь. Из наших друзей, азиатов. Ну а что делать? В других точках они не особо-то продаются. Да, десантная атака. Вот она. Типа посидели, поиграли. How you do that? Прикольно сделали. Очень прикольно. Не, ну правда, молодцы, то есть. Так, слегка поднабрал пушек. Ну, собственно, все. То есть сейчас я опять сохраняюсь, и следующее наше видео. Да, следующее наше видео будет, нет, не трогай его, оставь, Карл, фу, плюнь каку. Да, позовите полицейских ему кто-нибудь. Вот следующее наше видео будет опять техническим. Вот, где CJ будет учиться плавать, ездить на пожарной машине, зарабатывать деньги, ну, страдать, короче, всякой фигней. Да. Так это и будет. Так, приманка, да. Сохраняем сюда же. И все. Всем спасибо за просмотр. Огромное. Кто вдруг это посмотрит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем всем вышеперечисленным вы мне очень сильно поможете. Все. А пока. Пока-пока.